Привет всем уважаемые зрители, приветствую вас на своем канале. Решил снять небольшое видео и посвящаю ее полочке для цветов. И либо для рассады. В общем, моя мама попросила меня сделать ее. Она хочет там выращивать свои цветы, рассаду. Вот, получилась вот такая полочка. Довольно-таки большая. Длина у нее 1,35 м, высота 70. Почему такая длинная, она просила установить тут подсветку для цветов, либо для рассады. Чтобы эта сама подсветка могла передвигаться вверх-вниз. Либо пониже ее сделать, либо повыше. Сделал я вот тут такие ролики, вот по этому пазу. Она будет передвигаться. Также можно и на второй ярус установить цветы. В общем, сделал такой вот бордюрчик. Напилил кубики. Вофрезеровал паз. Сделал профиль. Одевается на эти кубики. Приклеил его. Такой небольшой заборчик, чтобы не просто она была из бордюра прямая и обрубленная. Тут вот такие колоночки сделал. И хотел сначала из сплошной доски, потом передумал и сделал с небольшими расстояниями друг от друга. Вот так вот получилось. Тут тоже барашек. Осталось подключить только саму подсветку. Это обычная дневная лампа. Вот и все. Ну все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!